3 сентября в Североказахстанской области с рабочим визитом побывал премьер-министр республики Бакыджан Сагынтаев. Он проверил, как реализуется трехгодичный план комплексного развития региона. Эффект уже есть. С начала года объем строительства вырос в 1,7 раза. Объем инвестиций почти на 10%. Сельского хозяйства больше, чем на 3%. В плюсе также промышленность, экспорт и ввод жилья в эксплуатацию. Подтвердили цифры во время объезда по объектам. Итоги рабочей поездки Бакыджан Сагынтаев подвел на совещании. Премьер-министр остановился на вопросе подготовки региона к форуму приграничного сотрудничества «Казахстан-Россия», который пройдет в начале ноября. Ознакомились, в принципе, ходом подготовки, ходом строительства всех объектов. Мы, в принципе, довольны. Я думаю, что в указанные сроки все будет завершено. Посмотрели, качество очень хорошее. И начиная уже с аэропорта и по всем объектам, и строительство дворца школьников, теннисный центр, где будет проходить выставка по туризму, строительство домов, благоустройство, все идет полным ходом. Я думаю, что успеем. Деньги были соответствующие с резерва правительства выделены в достаточном количестве. Мы сколько просили, практически в том же объеме и поддержали. Это также очень большая помощь развитию области. Если в рамках комплексного плана, также в таком же ключе и в таких же объемах мы отработаем очень оперативно, с большими изменениями, то, безусловно, социально-экономический облик области изменится. Для этого мы с вами должны хорошо поработать.